Похоже, они затеяли охоту на что-то крупное. Огненные стрелы. Есть. Я слышала за гранью взрывы и крики. Это и есть та неприятность? Скоро сама увидишь, а пока ждем темноты. Темноты? Отнесла чудной грати кроликов. Она сказала спасибо великой матери. Все верно, ты действовала по велению Великой Матери. Это я уже слышала. Только охотилась-то я одна. Это я уже слышал. Ты одна, потому что так решила. Я сходила к Карсту и купила у него нитимет. Даже страшно представить, какую цену он заломил за такое оружие. Ну, недешево, но оно того стоит. Возможно, скоро проверишь в деле. Я не понимаю. Взрывы слышны из-за грани объятий. Что мы сделаем отсюда? Будь добра, наберись терпения, Элой. Всему свое время. Тебя что-то беспокоит? Нет, ничего. Волнуешься, что будет после инициации? Да это и так ясно. Тебя примут в племя, а я как был, так тут и останусь. Изгоем. Даже если они меня примут, я все равно... У нас много дел, Лой. Обсудим это потом. Ладно. Солнце сядет еще не скоро. Надо бы отдохнуть. Верно. Этой ночью спать не придется. Открывают врата изгоя? Иногда изгнание не отменяет прошлых заслуг. Вот тебе и закон. Я ни с кем не говорил. Теперь обоим надо молчать. Мы покинули объятия. Это настоящие дикие края. Здесь ждут угрозы, каких ты еще не встречала. Вот так туша. Что же это за зверь? Его прозвали Пилозубом. Это новый зверь. Грозный зверь. Они объявились 10 лет назад и погубили много воинов. Жуть. Иди по тропе, тут недалеко. Что случилось с этой хижиной? Машина, вот что. Что же это за машина такая? Эту машину ты сейчас выслеживаешь. А, вот как. Туша рыскаря, и я заберу детали.
Будь осторожна. Совсем близко. Почему мы охотимся одни? Почему сюда не пришли воины племени? Они здесь уже были. Те туши их рук дело. И завтра они снова выйдут на охоту. Уже незачем будет. Я с этой машиной сама управлюсь. Или погибнешь, если будешь невнимательна. Белозубы разворотили весь этот дом? Сколько их было? Я привел тебя сюда не для вопросов, Элой, а чтоб ты с ним разобралась. Ты должна понять сама. Ты будешь охотиться в одиночку, без меня. Что бы ни случилось, я не вмешаюсь. Поняла? Ты сама по себе. Лучше спрятаться. Я могу укрыться в зарослях. Посмотрим, где бы мне расставить ловушки. Зачем я тебя привел? Не для вопросов. Элой. Для того, чтобы испытать меня. Это проверка, смогу ли я одолеть грозную новую машину. Нет. Пойдем. Это охотничьи земли. Их надо защищать. Если бы ты не убила Пелозуба, скольких воинов он бы ранил или погубил? Твой урок – ответ на этот вопрос. Ты долгие годы училась охоте, но лишь ради себя. Став воином, ты должна будешь сражаться за свое племя. Мое племя? Ты сказал, без них обойдусь. Но не говорил, что они без тебя обойдутся. Истинной силой обладает тот, кто готов сражаться за что-то. Кто готов служить великой цели. Вот что ты должна усвоить. Помни об этом. Когда тебя примут. Когда меня не будет рядом. Мы закончили. Пойдем. Рассвело. Сегодня твой последний день в качестве изгоя.
У тебя есть время, чтобы подготовиться к испытаниям. Когда отправишься в сердце матери, я буду ждать тебя на тропе. Я усвоила последний урок. Да? Но чтобы сражаться за что-то, в это надо верить всем сердцем. Надеюсь, ты найдешь, во что верить. Я пойду с тобой к хижине. Я сейчас иду не туда. Другие дела. Да? Какие? Когда придет время, я буду ждать. Тогда увижу тебя там. Увидишь. Солнце поднимается.
Это, наверное, крови много, а тела нет. Надо разобраться. От лагеря тянется дорожка из капель крови. Чей это нож? Выходит, кто-то ранил им Грома? Вон еще кровь. След тянется в ту сторону. Кто-то принес кровь в лагерь? Здесь кровавая дорожка обрывается. Должны были остаться другие следы. Дело того стоило. Кровь в лагере — это кровь этого кабана? Если это сделал Брум, зачем ему притворяться погибшим? Зачем он осквернил храм?
это был рыскарь. Кто-то с ним расправился. Если это Бром, он неплохой охотник. Лес становится гуще. Кто-то забрал отсюда припасы. Бром в изгнании много лет. Зачем ему сейчас снаряжение? Из тайника. Их забрали, а потом просто выбросили? Зачем? Правда, я убью себя. Лучше уж себя, чем ее! Не стану слушать! Сперва пообещайте! Правда, я убью себя. Лучше уж себя, чем ее. Ты не дух. Чего ты хочешь? Я хочу, чтобы ты отошел от края. Нет. Оставь меня. Не видишь, мне нужно время подумать. А как прикажете думать, когда все вокруг на тебя кричат? Слушать столько голосов сразу. Наверное, тяжело. Обещаю, мой голос будет тихим и мягким. Тихий голос? Как у Алары? Так давно. Годы. Да. Да, я слушаю. Так-то лучше. Расскажи, что тебя тревожит? Духи забытых. Тех, кого прокляла богиня. Голоса. Они не дают мне покоя. Они заставляют меня вредить людям. А вдруг, если я вернусь, они велят обидеть Алару. А я этого не допущу. Я лучше убью себя. А ты можешь их не слушать, Бром? Они и сейчас говорят. Они всегда со мной. Заботятся. Утешают. Помогают. Но иногда кричат. Когда он меня повалил, они закричали: «Разбей ему голову!» И я разбил. Бром, ты жив. Хвала великой матери.
Прости, что увязалась. Я должна была знать, что с ним. Нет, 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 нет! Сестра, не надо! Я не смогу тебя защитить! Мне не нужна защита от тебя, Бран. Он боится, что духи настроят его против тебя. Или он тебя слушает? Да, так и было раньше. Он лишь раз ударил человека, и то защищаясь. Я не хочу тебя видеть. Но забытые. Их шепот. Моя голова полна их криков. Бром не готов вернуться в плен. Но тебе он не причинит вреда. Я присмотрел себе пещеру на горе Великой Матери. А ты сможешь меня навещать, если я буду стойким. Ты будешь стойким. Я помогу. Спасибо, Эвелин. Я позабочусь о ней. Пусть Великая Мать всегда помнит о тебе. И пусть забытые пройдут стороной. Есть дело. Ну, пора. Ты готова? Да, вроде. Все громче, чем я ожидала. Ты еще не была так близко.
Вблизи все кажется больше. Скоро все станет привычным, как дома. Ну, не знаю. Высший матриарх Тирса поможет. Еще вопросы? Скажи, что меня ждет внутри? Там будут люди, праздник, танцы. Столько людей ты никогда не видела. Ни одна деревня не сравнится с этой. Это обитель высших матриархов. Центр жизни племени. Жемчужина священной земли. Погоди. Ты ее полюбишь. Как я. Когда был среди них. А они меня точно примут? Я же говорил. Ребенок-изгнанник может пройти инициацию. И кто выдержит, тот будет принят в стан воинов. Я помню. Не все так строго следуют закону, как ты. Верь мне, Элой. Племя знает о твоем праве. Последние наставления будут? Нет. Ты усвоила все уроки диких краев. Меня учил ты, а не дикие края. И вряд ли лук и копье сильно мне там помогут. Луком и копьем ты добудешь то, в чем так нуждалась все эти годы. Ответы. Я готова. Теперь увидимся дома? Меня там не будет, Элой. Вот. Вот, возьми. На память. Ты как будто решил попрощаться навсегда. Нет. Нет. Твое место среди них. А я всегда буду изгоем. Но я же сказала, я все продумала. Я буду приходить тайком. Это я буду нарушать закон, не ты. Ты говорить со мной не будешь. Это привязанность ко мне обуза для тебя. Я хочу, чтобы ты стала частью племени. Ты больше не должна жить одна, Элой. Я была не одна. Ради тебя я ухожу туда, где ты меня не найдешь. Да. Мы прощаемся. Нет. Нет. Я умею читать следы. Куда бы ты ни пошел, я тебя найду. Не в этот раз. И в этот. И в любой другой. Ты его еще увидишь. Храни тебя, Великая Мать, Элой. И тебя. Сейчас надо его отпустить. Пока. Сначала инициация, а потом я пойду по его следу. Поворачивай назад. Или сдохни. Выбирай. Расступитесь! В сторону! Воины, расступитесь! Пропустите ее! Сердце матери открыто тебе, дитя мое. Пойдем. Большинство Нора не так грубы, как эти дурни. Вы Тирса? А кто же еще? Идем со мной. Я ждала этого дня очень долго, Элой. Правда? О, да. Но я должна ненадолго тебя покинуть. Нужно позаботиться и о других чужаках. О других? Посланники из другого племени, Карха. Пришли посмотреть инициацию, а Нора не любит Карха. Карха? Но это моя проблема. Мы с тобой еще поговорим. А пока наслаждайся праздником. О, впереди тебя поджидает старый друг. Ему не терпится тебя увидеть. Но я тут никого не знаю.
Это ты ему скажи. Мы еще поговорим. Да хранит тебя богиня. Что происходит? Элой, это ведь ты? Подойди. Трое детей? Ну зачем? Нора? Элой, да? Я верно запомнил твое имя. Ты старый друг, про которого мне говорила Тирса? Мы не знакомы. Вижу, ты меня не узнаешь. Что ж, это было давно. Я Теп. Ты спасла меня от стада машин, когда была вдвое меньше меня. Я помню. Ты сказал спасибо. Я не забыл тебя. Надеялся вновь тебя увидеть. Вдруг придешь на инициацию. Как видишь, охотника из меня не вышло. Я в племени работаю швецом. Делаю одежду и доспехи. Знаешь, Элой, я подготовил костюм специально для тебя. Вдруг понравится. Сколько ты хочешь? Сколько? Ничего. Считай это благодарность за твой подвиг. Запоздалая. Как будет время, примеришь. Спасибо, Теп. У меня никогда такого не было. Ну, а теперь есть. Этот костюм защитит тебя лучше, чем твой прежний. У всякой одежды свои преимущества. Так что приходится выбирать. Ладно, не буду тебя задерживать. Иди тогда к дому матриархов, если тебе нужна Тирса. Дом ты сразу узнаешь. Большой такой, деревянный, снаружи злобная толпа. Тирса говорила про посланников из другого племени. Да, это всех и взбесило. Карха вступили на нашу священную землю впервые за годы. Будут швыряться помидорами, а то и камнями. Надеюсь, что не копьями. Ну, в общем, будь готова. Так, вот это дерево меня подмигнуло. Кажется, не это дерево.
кажется, вообще не дерево. Скоро мы благословим инициацию, но прежде воздадим честь гостям. Уже 2 года держится мир между нами и Канфа. Пришла пора наладить торговлю с Меридианом. Эти посланники прибыли к нам для укрепления мира. Мир? Какой мир? Выражение благодарности написано рукой короля солнца Авмата. Его светозарность... Не кидайтесь вы! Люди Нора, подождите! Я Азирам, не Карха. Так что скажу прямо. Прежний король солнца был редко мерзой. Правда? Этот изверг угонял людей из моего племени так же, как из вашего. Мою родную сестру угнали. Я ненавидел Карха. Но 13-й король убит. Уж 2 года как. Кто его убил? 14-й. Да. И не потому, что рвался к власти, а потому, что кто-то должен был положить конец этим злодействам. Да! Послание, которое привез бедный жрец, это извинение. Из уст 14-го короля. Пожалуйста. Ну, дайте ему сказать. Спасибо. Выражение благодарности написано рукой короля солнца Аввада, его светозарности 14-го монарха. Он из гостей обнаружил неизвестное устройство? Это что-то? На нем визор, такой же, как у меня. Я впервые встречаю кого-то, у кого есть визор. Где ты его взял? Что? Откуда? У тебя это устройство. Это невозможно. Ваше племя боится древних руин. До смерти. С чего ты взял, что я боюсь? Ну, видимо, нет. Раз шаришься в руинах Железного мира. Что с тобой? Извини. Просто сбой. Олин, уже с местными знакомишься? Я... сейчас приду. Стой! Нет, все потом. Идти надо. О, похмелье у него сильнее, чем я думал. Эй, у тебя такая же побрякушка, как у Олина. С каких пор они вошли в моду? Его зовут Олин? Кто он? И где он взял такую штуку? Да он обычный собиратель. Просто со связями. Ищет артефакты, а потом пропивает их. Или проигрывает. А побрякушка? Ну, откопал ее где-то. А потом нацепил это старье на голову. Не обижайся, тебе она идет. Расскажи мне об Олине. Он такой интересный. Я начинаю ревновать. Ну, он шарит по руинам, выкапывает старье и сбывает его знати. Ориентируется неплохо. Вот поэтому он и возглавляет нашу экспедицию. Мы знакомы 5 лет. Он верный товарищ, любит семью, с ним можно выпить. Он мне по душе. А больше и сказать нечего. Расскажи мне про Олина. Ориентируется. Мы знакомы. Я первый раз вижу такие доспехи. Ты не видела броню авангарда? Сейчас познакомлю. Кольцевые замки, ударопрочные. Настолько, что пилозуб подавится. Авангард.
Это лучшие воины Короля Солнца. Мы все душегубы и победители машин. Даже воительницу племени Нора можем завалить, если что. С таким грузом железа на плечах? Вряд ли. Да, как сказать. На мой взгляд, мы с тобой друг друга стоим. Твоего друга чуть не закидали гнилыми фруктами, но ты всех угомонил. Ну да, сам этому удивился. Нора до сих пор злы на Карха из-за красных набегов. И неудивительно. Я еще хочу спросить. Пожалуйста. Но, может, лучше мы с тобой поговорим после этого вашего благословения? Я никогда не слышала про красные набеги. Что это? Твое племя воевало, и ты даже не слышала. Ты что, в пещере жила? Родители совсем из дома не выпускали? Я росла изгоем. Со мной не общались. Да, у Нора есть такой обычай. По-моему, это жестоко. Но ты ведь знаешь про помешательство машин, что они с каждым годом все опаснее. Безумный король решил принести много кровавых жертв, чтобы солнце усмирило машины. Не помогло. В поисках жертв Карха делали набеги на соседей и уводили людей, как мою сестру. Нора храбро сражались, но погибли многие. А дальше? Чем все кончилось? Сын безумного короля объединил повстанцев Карха и азирамских вольных бойцов. И мы совершили невозможное. Захватили Меридиан и убили короля. Теперь правит его сын, и жить стало намного лучше. Ават навсегда отменил рабство и жертвоприношения. Теперь племена в Меридиане рады всем гостям. Даже изгоям Нора. Тебе надо там побывать. Кто такие Азирам? Это мое племя. Мы живем на северо-западе. Хорошо умеем три вещи. Делать сталь, варить брагу и спорить. А кто такие эти вольные? Можно сказать, мы были наемниками. Воевали за деньги. Но все-таки кому попало, не продавались. Ават не смог бы победить отца, если бы не наша помощь. А теперь некоторые из нас служат в его личном авангарде. Твою сестру забрали и принесли в жертву. Это ужасно. Забрали, да. Но дальше она им устроила. Мою Эрзу не так просто прирезать. Она сбежала, и теперь она мой капитан. Капитан всего авангарда. Сам король солнца восхищается. Как она спаслась? Это целая история, но долго рассказывать. Может, в другой раз за стаканчиком? Или приходи в Меридиан, познакомишься с нею. Вы с ней поладите. Вы обе дамы... прямые. Ты сказал, машины с каждым годом становятся опасней. Да, ты и без меня это знаешь. Впервые слышу. О, извини, я просто думал, все это знают. Говорят, еще лет 15-20 назад машины не были такими злобными, как сейчас. При виде охотника они пугались и убегали. Так что охота была делом трудным, но не опасным. Если только не лезть им под ноги, конечно. А потом началось это помешательство, и все изменилось. Стоило охотнику пустить стрелу, и машина сама на него бросалась. Еще через пару лет машины начали атаковать сами. Путешествовать стало очень опасно. И больше того, начали появляться новые виды машин. Большие, свирепые и вооруженные. Как Пилозуб? Да, 10 лет назад он. Но через каждые пару лет объявляется новая тварь, еще страшнее. Так из-за чего это все? Никто не знает. А машина тебе не расскажет. Если у Карха такая мрачная история, почему ты им служишь? Старый король был настоящий изверг. А новый хочет мира. Что в этом мрачного?
И Карха не только воины, они и строители. Тот же Меридиан. Рядом с ним любой город, просто груда камней и палок. А Меридиан большой? Какой он? С чего начать? Мои соплеменники – мастера кузнечного дела. Лучшие оружейники в мире. Но по части строительства тут нам с Карха не сравнится. Город парит над каньоном. Мостов там больше, чем дорог у Нора. А дома высотой с гору. А на другом конце долины шпиль. Как вознесенный в небо клинок, сияющий на солнце. Ты должна сама это увидеть. Считай это вызовом. Или приглашением. Я хочу тебя спросить кое о чем. Спрашивай. Мне пора на благословение. Да. Слушай, может, мне не стоит это говорить, но я вижу, тебе не место в этом захолустье. Ты же умная, ты хороший боец, ну и вообще, посмотри на себя. А ты о чем вообще? Ты знаешь о чем. Будешь в Меридиане, разыщи меня. Все расскажу, представлю, кому надо. Сможешь начать новую жизнь. В общем, мне тоже пора на благословение. Ну, еще увидимся, да? Элой, становись вон туда, дитя. Молитвенный фонарь твой. Я его сделала. Святотатство. Сестры. Дети мои, перед каждым из вас молитвенный фонарь, сделанный вашей матерью. Зажгите его в ее честь. В честь Раста. За все, что он для меня сделал. Великая мать, услышь нашу молитву. Что есть дитя, как невоплощенная мечта матери? Маленький огонек, парящий над землей в дыхании ветра. Он будет плыть по небу, пока не угаснет и не упадет. Так от одного к другому передаются узы. Есть к нему вопросы. Вождя.